Итак, дети, я хочу, чтобы все успокоились, потому что сегодня с нами начальник пожарной охраны Билл, и он будет учить нас технике безопасности в классе, хорошо? Начальник пожарной охраны Билл? Привет, детишки! Привет, начальник пожарной охраны Билл! Я знаю, что вы думаете. Мы все в полной безопасности в этом классе, верно? Верно. Неверно! Почти все, что вы здесь видите, представляет потенциальную опасность. Давайте-ка я вам кое-что покажу. Предположим, вы меняете воду в этом аквариуме. И случайно вы наполняете его бензином. Вот так. Позднее ночью приходит уборщик. Происходит отключение электричества, и он зажигает себе спичку и... Бум! Он готовит рыбные палочки. Так, вот еще один известный источник опасности в классе. Кинопроектор. Конечно, выглядит как развлечение, но он может быть очень-очень смертоносен. Итак, предположим, вы помощник по подключению аудио-видео на день. Вы собираетесь подключить эту малышку, и оказывается, что вы стоите в тазу с водой. О, боже! Надеюсь, он в порядке. Как никогда. А сейчас давайте поговорим про массаж сердца. Падайте и катайтесь. У вас рука в огне. Так и есть. Упасть и кататься — хорошая идея. Но, предположим, у вас в руках целая горсть кнопок. И вы случайно их все уронили. Вот так. Огонь потушен. Но вы выглядите как восставший из ада. Смотрите-ка. Вы, детишки, сделали замечательную картину. Давайте изучим ее основные элементы. У вас есть бумага, и у вас есть краски. Смертоносная комбинация. Давайте я вам кое-что покажу. Давайте в качестве аргумента предположим, что Землю завоевали странные, похожие на крабов существа с другой планеты. Одному из них понадобился свет. Вы достаете вашу зипа, щелкаете фитиль. Кто-то говорит, смотри, это Йока-Йока на мопеде. И бум! Вы сняты из гонки. Итак, как нам это потушить? Накрыть одеялом? Вы можете это сделать, точно. Кто-нибудь еще? Вы можете попросить существ, похожих на крабов, о помощи? Проснись, большой ребенок. Как насчет вас, мисс? Возьмите огнетушитель. Прекрасно, мисс Томпкинс, но давайте дадим детям шанс. Нет, класс в огне. Дети, пойдемте. Так и есть. Всем сохранять спокойствие. Я начальник пожарной охраны. Кстати, что с другой стороны этой стены? Химическая лаборатория. Все в порядке, дети. Всех детей пересчитали. Нашей школы больше нет. Когда же они научатся? Ну ладно. Кто хочет зефира? Да. Нам нужны палочки. Палочки? Только никогда вы с начальником пожарной охраны Биллом. Дайте-ка я вам кое-что покажу.